Народ, всем привет! Здорово, Ваньки Булы! Сегодня у нас такое необычное видео. Мы съездили в магазин, купили себе еды на неделю. Сейчас делаем распаковку. Там и фрукты, и мясо, и вкусная готовая еда. Покажем, попробуем и расскажем вам цены. Так что заранее можете поставить лайк, и мы начинаем. Наташа будет показывать. Сразу скажу, что мы были в двух магазинах. В Карифоре мы зашли и купили мыло. Вот, мы купили такое мыло за 13,80. К тому же тут такая история была, что вас могут наколоть и в Эмиратах. Что цену сказали сначала 17,80. Мы показали баркод, позвали менеджера, все, нам быстренько продали за 13,80. Такие умные слова говорили, баркод. То есть на ценнике стояло 13,80, вот, а на кассе 17. Четыре мыла лаванды мы взяли, стоит 13,80. Кстати, обратите внимание на сумочки. Теперь пластиковые кулечки стоят денежки. А в Коопе нет? Есть такой магазин Кооп, здесь там бесплатно дают. Но раньше, если давало немного, то сейчас это немного. Ладно, все, поехали, да? Яйца. Чеки, есть яйца, есть яйца 21 чем-то, по-моему. 21,90, 30 штук, это большой размер. И, ну, это практически самые дорогие. Есть еще по 22,90. Но есть мы по 16. Мы их пробуем, мы их любим. Ну, я их знаю, потому что они не бьются, не, практически никогда не бывают битых яиц и нормальные вкусные яйца. Так, ну поехали дальше, выкладывай, давай мясо покажем, чтобы мы его в холодильник-то сложили. Знаешь, вот котиком еда, Фрискис. Ну это уже было. А, купили джем, попробуем. Это, ну вот он, рассыпной, скажем так. Сколько он? 19,90 за килограмм, тут 330 грамм, 6,55. Абрикосовый джем. Так, мясо ты. Сейчас нам главное мясо в холодильник закинуть, потому что, ну, ехали на такси, разберемся. Немножко разморозилось. Это курочка, курица по 10, грудки 10,90, если что, я буду переводить в доллары, я еще по чеку пересмотрю, все внимательно. А сколько здесь, полкило или 450? 400 грамм обычно было. Да? Я думала полкило. Не, здесь вот 450 грамм. 450 грамм, значит, одна штука по 10,90, да? Но тут мясо очень дорогое, вот такое, просто вот реально. Есть и по 25 полкило. Так, это мы купили, сделаем что-нибудь вкусненькое. Да, Наташа любит такой... Паштет сделаем. На маску паштет. Значит, куриная печень, это полкило по 9,50, а куриные сердечки 300 грамм, это какая-то акция, 5,50. По-моему, да, 5,90 или 5,50, а было 7. Сейчас закинем, наверное, это все в холодильник, да, и вернемся уже. Да, давай. И вернемся в студию. Возвращаемся. Наташа пересмотрела такой большой. А покажи длину чека вообще. Длина чека того, что купили. Ладно, все, давай тогда. Еду в последнюю очередь. Давай тогда хлеб. 4,60 стоил, это я помню. Кстати, это саудийский хлеб. Вкусный, тостовый. Ну, он нам нравится. Есть темный, есть и светлый. По-моему, 4 с чем-то. 4,60. Я точно смотрел. 600 или 400? Я не помню. Ладно, посмотрим. Не знаю, честно. На неделю нам хватает. Это мне такая пачечка круассанов в школу. Вот 6 штук, когда продается. 5 плюс 1, 1 бесплатно. 7,25 стоило. Мне нравится, кстати, это вот такой соленый сыр вкусный. Далее. Балуем себя булочками с корицей, 3 штучки, 4,45, ну вкусные, очень вкусные, особенно если разогреть в микроволновке, с кофеем утром это просто делает день. Ниже 4 положить. Ну да. Последнюю булочку мы обычно делим на двое. Это у нас это что? Это сухофрукты мы купили, фиги. Это Наташа купила фиги. Это сколько? 10, значит, килограмм 50-50. Получается, это все 10,85. 215 грамм, 10,85. Это 3 доллара. И финики, ну такие здоровые. Это размер фиников просто, но это вкусно. Это очень вкусные финики. А сорт написан... Dates Маждул, ну правда USA, слушай, я не понимаю. Да, ну, Маждул это знаю. USA, прям вот и Эмираты и штата Финики. Значит, килограмм 67-75, вот это 215 грамм. Как это у девочки получается? А это 15 грамм, но там и тут. 14,55. Девочка, я имею в виду продавщица, она так звезда. Которая фасовала. Да. Что это у нас? Бейкинг-сода. Да, ну, я не помню, почем она была. 3... Я посмотрю чек. Три с чем-то. Три с чем-то, ну, доллар, то есть доллар стоит. 50 грамм, вроде бы, да.
Вот в таких, в таком виде, значит, это называется здесь бикарбонат of soda или baking soda. Что мы как-то долго искали, да? Мы не могли вообще понять, где она лишь, такая мелкая, где ее убрать. Она вот просто вообще мелкая белоснежная. Так, что это у нас? Ну, это тебе баунти, но иногда я тоже. Так, это 2,25 такие хлопья, и баунти 3,50 стоит. Это я запомнила, я посмотрела цены. Захотелось баунтеночка. Это вот соки очень вкусные. Кстати, я уже рассказывала про них в каком-то видео. Срок годности всего лишь месяц. И они действительно вкусные. И надо хранить в холодильнике. Апельсиновый сок. Да, Наташа как-то поставила без холодильника, он взорвался. И одна бутылочка стоит дирхам 25. Но я их не люблю. Наташа не любит, но мне очень классно. Не знаю себе. И желудок хорошо чувствует, и по сладости нормально. Это было на распродаже. 31,75, две штучки. Полоскалка для рта Oral. И это я купила. Ну, брызгалки, я уже про них рассказывала миллион раз. Даже не 20 дирхам стоили, а две штуки 15,90. То есть, когда у вас болит что-то, растяжение или, не дай бог, но это не пройдет, да. Ревматизм, просто побрызгали, и все окей. Это моющее средство от, ну, то есть все моет. И от пола, и моет все. И унитаз, и ванну. В общем, да. Ну, прикольная вещь. Класс, мне нравится. И запах такой интересный. Кстати, вот наш кофеек еще стоит. Помните видео, где мы его покупали, где мы остановку проехали? Так, молоко. Молоко 6,90, по-моему, стоило. Я посмотрю, еще это литр. Это я делю с котиками. Покупаю это я. Ем, я у тебя ем хлопья иногда с кофе. И это делает у нас где-то. Галяйн Фармс, Галяйн делает. Хорошую. И делюсь с котиками. Ну, что делать, что делать? Дальше так, идут фрукты, да? Фруктишки. Ну, фрукты, овощи. Так, перец. Смотреть. Я буду вынимать, да? Правильно, да. Говори цену и распаковывай. Значит, H1 перец красный. Они дорогие. Килограмм 12,95. 3,05 за одну штуку. В одном перце 235 грамм. Вот это вот все стоит 3, это чуть меньше доллара. Да, ну, прилично и так. Ну, дальше такой бэйби-шпинат. Да, бэйби-шпинат наконец-то я нашла. А почем цена? Вот я не 9 помню. 9 чем-то. 9 чем-то 125 грамм. Такое. Далее. Помидоры, ой, помидоры черри, обожаю их. Это стоит 10 дирхам. И тут мы взвесили самостоятельно, потому что никакой надписи нету, программы вообще. А можешь вытащить? 334 грамма. Вытащи просто. Покажи мне вот эту штучку. Потяни просто. Вот, ну, красивую. Но это более-менее те, которые можно здесь есть помидоры. А так помидоры, конечно, здесь с ними беда. Помидоры, огурцы, беда полная. Так, дальше что мы купили? Лук-порей. Ликс, я не знаю, это парей называется. 4,30 вот стоит. Это, значит, килограмм 23,95, вот этот вот 180 грамм. Ух ты, стоит... ты напоминаешь сейчас мне Люка Скайуокера. 4,30. Ну или еще кого-то с чем-то. Да, запах такой вкусный. Это нежнее, чем обыкновенный лук. Так, это что-то я решила попробовать, никогда не ели. Манго Кейт называется, египетский. Это египетский манго. Кстати, да. У нас видео про манго были. Распаковочка, еда на кухне манго. 7,95 кило, 7,10 вот за штуку. Вот эта штучка стоит 890 грамм. 7,10. Да, такая, ну, большая. Ну, здоровый. Не знаю, что он, какой он. Надежд особых на него не возлагаю, но хочу попробовать. Потому что были эти кенийские за 16 чем-то. Но я их не люблю. Так, захотелось это, петрушки, пучок, любой этого, зелени, любой, все, что там есть, дирхам стоит. Да, дирхам, это уже рассказывали видео, и Лянька реформы снимали, и в Дубае, и вот в Лулу тоже, вот это вот все мы покупали в Лулу уже. Вот это стоит дирхам. Есть там сейчас больше появились какие-то пучки по 2 с чем-то, по 2,65. Так, далее что мы купили? Морковку много мне не надо. Австралийская морковка. 5,95 кило. 380 грамм. 2,25 я перевожу в доллары. Именно сколько мы посмотрите заплатили. Обычно тут бывает австралийская морковка и китайская. Вот это австралийская морковка. Китайской не было. И они бывают это соревнуются. Кто дешевле, кто дороже. Так, ой. Давай. Яблочки. Ой, такие бейби называются. Бейби яблочки, они очень сладкие. Сейчас вкусные, красные. Новозеландские, 6,95 кило. Кило мы купили 0,5, 7 дирхам. Вот я и выбрала кило. Они такие небольшого размера, очень сладкие и вкусные. Это даже, можно сказать, большого сегодня. Да, это большие. Обычно они еще меньше, но они очень вкусные. Яблоком, кстати, не пахнет. Ну, не обработанные, поэтому. Что ж делать, что ж делать? Так. Где-то арбузик был, я помню. Смотри. Арбузы. Вот такая красота у нас. А чей это? Ой, индийский.
арбузик киран, кило 5,95. Этот завесил 2,640 и вышел 15,70. В общем, этот арбуз стоит 15,70. Пишу в субтитрах, сколько стоит арбуз. Тоже понимает в звуках? В звучании. Откройте, да. Откройте эти вещи. Да, фрукты и овощи закончились? А теперь, ох, да. Что-то мы на ананасы присели в последнее время. Очень мы классно. Мы их никогда, мы только эти брали резанные, а потом думали, что брать. Значит, что платить за резанный? Значит, индийский, кило 10,25, этот завесил на кило 430, 14,65. В общем, 15 дирхам, где-то это 4 доллара. Но мы так его, когда едим, так, это прилично. Мы за один присесть не съедаем. Вопрос в том, что ананас просто так легко не съешь, потому что в нем содержится вещество, которое я забыла название, оно сильнее, чем желудочный человеческий сок. И по сути, когда у вас начинает печь, вот как бы щипать печь, это ваш белок начинает перевариваться. То есть ваш ананас ест вас. И смотрите, какой он классный. Боже, он длинный. Похож на шишку, знаешь, как будто ты издалека под Новый год шишку вытащила. Прикольный такой, да. Наташа выбрала вот. Были еще филиппинские. Вот мы обычно филиппинские едим, а индийские не пробовали. Штука за 9,95. Ну там тоже, наверное, кило. Ну что-то захотелось вот этого индийского. Ну отлично. Да. Так, закончились? Так, фруктики закончились. Так, давайте тогда сейчас немножко разберем и будем выкладывать еду, потому что еда очень классная, вкусная, и мы ее попробуем. Угу. Наташа вынимает еду. Уже убрали мы немножечко фрукты, овощи и остальное. Сейчас будем вам показывать, распаковывать. Вот сколько вкуснотений мы купили, чтобы поесть. С чего начнем? Все равно давай. Давай с риса начнем пока. С риса, да? Но он необыкновенный. Вы знаете, что они прекрасно готовят рис. Значит, вареный чего? Палакадан ма... Я даже не могу понять. Мальта райс. Да, очень вкусный. Он такой вот толстенький. Я люблю брать его на работу. Он очень классно для желудка. И когда я с детьми бегаю, я могу вот рис поесть. И потом спокойно через 15 минут бегать. Он так классно усваивается. Вообще просто супер. Он стоит килограмм 50. 590 грамм 6,80. Угу. Это вот все стоит. Биг бок, большая коробка. 680. И вот такой он. Похож на жасмин и на перловку. Вот микс такой. Да, видишь, какой-то он необычный. Он очень вкусный и классный, действительно. Если есть возможность попробовать фулу, возьмите себе маленькую коробочку, вы себя будете хорошо чувствовать. У вас желудок, по крайней мере, скажет вам спасибо. Chicken fried rice. А, то есть, этот, как он? Переведи. Куриный жареный рис стоит 23,75 за кило. Вот мы взяли 655 грамм. 15,55. Давай теперь идешь туда, вот, чтобы я снимала красивый уголок с едой. Так, и в него входит, я его очень люблю. Это вся Азия его, да, кушает? В него входит, естественно, рис, потом входит мясо. Овощи, и омлетик. Что, смотри, всякие овощи. Очень вкусные, меленький такой рис, я даже не знаю, что... Давай вилочку. Не надо. Я хочу насладиться, у меня другое есть. Я планирую другое есть сегодня. А, подожди, давай еще это. Это как бы готовая еда, это ж мы еще купили это. Оливки, значит, они испанские те и те, маслиные оливки без косточки. Значит, зеленые стоят 23,70 за кило, 450 грамм 10,65. Да, это все стоит 10,65. Да. А черные стоят тоже, то же самое, 23,70, то есть одинаковая цена, 9,70, 410 грамм. Такое. Очень вкусно. Еще мяско. Ну, оливок тут вообще очень много. Какие вот хотите. Это мяско, которое и вот это мяско готовое. Нарезное. Значит, это акция. Типа акция, но извините, это уже подорожало. Раньше акции были по 45 дирхам за кило, сейчас 66,90. 70 дирхам кило, это много. Да, это как она, шинка, буженинка, ветчина. Ветчина. Это турки. Индюшья. Значит, 415 грамм, вышло 27,75. 27,70, такая коробочка. Нарезанная. Дальше моя любимая курица, обожаю ее. Она острая, называется Chicken 65. Еще не 69. Не знаешь. 65. Цена 44,90, 570 грамм, вышло 25,60. Она острая, это кусочки курицы. Она так отсвечивает, что можно сразу распаковывать. Все, извиняюсь. Тут, короче говоря, ничего не портится, поскольку тут столько чили. Да, она как-то стояла больше недели в холодильнике и не испортилась. Ну, Таш, это красота просто, народ, это красота. И тут еще иногда чили. И я могу даже съесть. Еще, а вот это листики карри. Вот листики карри вкусные. Они не острые. А ну, курочку.
Что, курочку кушать? Попробовать, да, конечно. Так я ж не остановлюсь. Ням-ням. Очень вкусно. А это, хоть по цвету оно то же самое, и наверняка острое, но оно не такая, чтобы острое, вкусно. Значит, это чили креветки. Жареные креветки в чили. Килограмм, ого, 78,90. 195, 15,40. Эта коробочка, Наташа, себя побалует сегодня. 15,40 стоит. Ну, вот такие они. Без головы. Или, не, есть голова. Зачем мне голова? Вот мерзавцы. Положили тебе голову, да? Угу. Вот. Извините. Очень вкусно. Приятно, так, что ты кушаешь. Супчик. Очень это... острый. Я иногда его глотать не могу даже. 6 дирхам стоит порция. А был 5 дирхам. Но мы его очень много супов таких и шашлычков, и мясо поели, когда мы в Лулу были, в трейд-центр в Абу-Даби. Мы даже показывали цены. Вот такой он суп. Очень-очень наваристый. Тут очень чили, вкусный. Что тут? Это вот зелененькое маленькое, что я все время от него забываю. Потом курочка, опять же. И тоже, кстати, как в этом, в рисе, тут яйцо. Так, ладно, оставим открытым. И что мы еще купили? Шаурма. Сейчас поедим. Тоже по 6 дирхам. Кстати, она тоже поднялась. Так классно, просто еще запаковывает. Вот так они, да. Да, в эти штучки. Есть острая, есть не острая. Мы берем не спайси. Хотя, да, это не спайси. Открыть ее? Да. Да? Покажу. Давай. Конечно, она вот, видишь, как она еще открывается удобно. Угу. Раньше просто заматывали в эту в белую такую бумажку, вот в эту, и клали в кулечек. А сейчас так удобненько делают, ну, спокойно. Она, вот она. Взял себе, покушал вот и пошел. Это 6 дирхам. Вот, ну, это нормально нам поесть. А когда очень хотим, мы с супчиком ее кушаем. Так, что распаковка шаурмы. Да, распаковка шаурмы. Тоже видео было. Но тогда у меня было всего лишь 100 подписчиков. Сейчас приятно. Спасибо за комменты и за лайки. Да, я даже там в этом видео говорю, что 100 подписчиков. Спасибо. Да, не оставляйте есть? Нас. Ой, здесь еще есть это даже, огурчик. Мне, кстати, очень нравится, что здесь такой вот вкусный, не майонез, а чем этот чесночный соус. Он не острый у меня. Да. Не делают, у меня не болит живот от него. Ну, вот такая распаковка сегодня вышла. Приятного аппетита нам. И вам. Вот, озвучили все цены, все. Вам спасибо, всем пока. А мы будем кушать.